Опорный прыжок предъявляет высокие требования к скоростно-силовым качествам гимнастов при выполнении основных фаз прыжка – разбега, толчка ногами и руками. Большое значение имеет точность приземления. В этом упражнении при наскоке плечи не подавать вперед. Движение руками при отталкивании выполняется снизу вверх. Выполнение опорного прыжка требует соблюдения общих правил, сохранения динамической осанки, прямых рук и ног. После толчка руками обратить внимание на высоту фазы полета. Выполняя прыжок, важно сохранить ось вертикали, динамическую осанку, ноги держать вместе и приземляться в доскок, что в данном случае у гимнастки не получилось. Сальто вперед прямым телом – это подготовительный элемент для развития толчка с моста и для вращения движения по перевороту вперед. Цукахара. В фазе опоры ноги необходимо держать вместе, толчок руками должен быть активным, плечи провести вверх-назад. Рандат фляг – это подготовительный элемент для обучения более сложных опорных прыжков. Рандат сальто назад прямым телом – также подготовительный элемент для обучения более сложных прыжков. Здесь необходим мощный толчок ногами и сохранение прямого положения тела на протяжении всей полетной фазы. Прыжок Юрченко. Обратить внимание на силу отталкивания ногами от моста после рандата и силу отталкивания руками от прыжкового стола. Выполняя курбет, смотреть на тело стола. Руки прямые. В данном прыжке необходимо выполнить активный курбет, поворот важно выполнять своевременно, руки и ноги выпрямить, приземлиться в доскок.